Еще одно мнение. Проведение саммита ШОС в Казахстане подчеркивает стратегическую роль страны в укреплении сотрудничества и безопасности в регионе. Так считает основатель Института мирных и дипломатических исследований Пакистана. Вместе с тем Фархад Асиф отметила, в этом году саммит проходит в период значительных геополитических напряженностей и изменений, а это, в свою очередь, отражается на повестке. Основные темы включают контртерроризм, угрозы безопасности, экономические вопросы, торговлю и инвестиции. На повестке и обсуждение инициативы «Пояс и путь», а также возможное включение Беларуси в состав ШОС. Вместе с тем участники обсудят стратегические вопросы развития организации до 2034 года и другое.